Касым Жомарт Токаев поздравил учителей с профессиональным праздником и поблагодарил их за то, что они достойны выполняют очень ответственную и важную миссию. Глава государства отметил масштабную работу по развитию сферы просвещения в нашей стране и подчеркнул, что талантливые учителя формируют лучшие качества всей нации. Важно воспитать в молодых людях качества, которыми должен быть наделен ответственный гражданин, Адал Азамат. По моему поручению был принят специальный закон о статусе педагога, направленный на защиту прав и законных интересов учителей. Значительно увеличилась заработная плата преподавателей и воспитателей. Они также освобождены от всей дополнительной работы, не входящей в круг их прямых обязанностей. Данным законом учреждено звание «Казахстаннын Енбек Сіңірген Устазы». И это не просто титул, а высокая государственная награда. Обладателю звания вручается солидная денежная вознаграждение. По всей республике этой наградой уже отмечены 46 педагогов. Учителям также выплачивается надбавка в соответствии с их академической степенью. Кроме того, педагогам, подготовившим призеров международных олимпиад, оказывается финансовая поддержка. Стипендии студентов, обучающихся по педагогическим специальностям, увеличены в 2,5 раза. В этом году на подготовку будущих учителей выделено порядка 16 тысяч грантов. Среди тех, кто их получил, около 1800 обладателей знака «Алтынбелгі». Это весьма позитивная тенденция. В завершении встречи глава государства вручил нагрудный знак педагогам, удостоенным почетного звания «Казахстанның еңбек сіңірген Устазы» за выдающиеся достижения в образовании и весомый вклад в развитие страны.